Привет, наши зрители. Мы находимся в городе Кошице. Сегодня 2 сентября, мой день рождения. Мне исполнилось 54 года. Лучший день рождения я не помню. Чтобы путешествовать, и в этот момент у тебя еще было день рождения, это самое лучшее, чем просто тупо сидеть за столом. Хотел еще рассказать об этом квадрате. Здесь ветеринарный институт городу подарил лошадь на 10 лет. 10 лет прошло, лошадь забрали, постамент остался. Вот такая история в городе Кошице. С вами был Алексеич, именинник.